Здравствуйте. Юлия Васильевна, присаживайтесь. Нам с вами надо посчитаться. Вам ведь, наверное, деньги нужны. А вы такая церемонная, сами не попросите. Спасибо. Так. Значит, мы с вами договаривались по 50 тысяч рублей. По 60. По 50. Я всегда плачу гувернанткам 50 тысяч. Прожили вы у нас 2 месяца. 2 месяца и 5 дней. 2 месяца. Итого 100 тысяч. Теперь давайте посчитаем воскресенье. По выходным вы же с Коленькой не занимались, только гуляли. Значит, 9 выходных и 3 праздника. Минус 18 тысяч. Далее. Коля 4 дня болел, и вы занимались только с Варенькой. А потом у вас еще 3 дня болел зуб, и супруга моя позволила вам после обеда не заниматься. Значит, получается минус 10 500. Итого 71 тысяча 500 рублей. Верно? Да, верно. Дальше. По вашему недосмотру у Вареньки на хореографии украли ботиночки. Но вы же должны за все отвечать. Вы же жалование получаете. Минус 7500. 10 июля вы брали у меня 10 тысяч. Я не брала. Как же не брали? Вот же записано. 10 июля 10 тысяч. Так, итого минус 17500. Получается 54 тысячи. А я у вашей супруги брала 3 тысячи, а больше я не брала. Да? А у меня не записано. Так, 54 минус 3, 51 тысяча. А ваши деньги. Спасибо. Спасибо? За что ж спасибо? За деньги. Спасибо. Да я же обманул вас. Я же у вас ваши деньги украл. За что же спасибо? В других местах мне даже этого не давали. Не мудрено. Научить тебя. Вот они, твои 120 тысяч. С утра уже лежат в конверте, приготовленные. Ну почему ты такая? Ну почему ты молчишь? Почему не протестуешь? Нельзя же быть такой размазнёй.